Лабораторная у нас по адресации. Значит, у нас система следующая. У нас слева сеть IP-версии 4, справа сеть IP-версии 6 и двудомный сервер, который имеет адреса как IP-версии 4, так и IP-версии 6. У нас табличка с адресами, которые мы устанавливаем на наше оборудование. Далее у нас стоит этот сервер двойной, поэтому он виден из обеих сетей. И мы должны законфигурировать обе сети, проверить функционирование, скажем, пропинговать из этого этот, из этого этот, ну и потом пропинговать сервер из этих сетей. Ну, естественно, роутинг из одной сети в другую ходить не будет, только сервер будет виден. Вот, в принципе, такая вот у нас задача. Делаем в пакет-трейсере. Нам нужно выбрать, какие маршрутизаторы использовать. Давайте посмотрим. Ну, тут предлагается 2911, наверное, потому что у них по три интерфейса гигабитных. Давайте их и выберем. Значит, вот роутеры. Ctrl зажали. Один маршрутизатор. Маршрутизатор. Да, вот три интерфейса. Дальше мы по два свеча поставим. Контролом. Раз, два и четыре. И компьютеры поставим PC. Опять же с контролом нажали. Раз, два, три, четыре. Ну и сервер один поставим сюда вот. Все, пожалуй. Теперь подконнектим. Роутер. Значит, так. Так. Пока ничего сложного. Ух ты. Портов нету. Ну что же мы делаем? Мы, наверное, поставим еще один порт на сервер. Для этого нам нужно его выключить. Давайте выберем порт Fast Ethernet. Гигабитный, мы сюда fast поставим. Так, это вот fast Ethernet поставили сюда, включили его обратно. Теперь мы его подключаем. Все, топология создана. Теперь достаточно такая простая вещь, мы просто конфигурим.
Так, PC 1. Ну вот у нас переименовать же нужно. Давайте мы последнее переименование сделаем. PC4. PC3. PC2. PC1. Значит, свечи у нас SV1.2. Давайте тоже переименуем для порядка все это. SV1. SV2. SV3. И SV4. Ну и роутеры переименуем. R1. И R2. Ну вот, похоже на нашу картинку. Ну, теперь, собственно, конфигурирование. Давайте PC начнем, как мы и собирались. Ну, вот так вот. PC1. Он у нас только IP-версии 4, соответственно, и роутинг на кому-то на маршрутизатор должно показывать. Все, собственно, давайте второй. Вот у нас второй. Ставили маску и роутинг. Ну а теперь давайте на сервере сразу поставим. Значит, на этом будет IP-версия 4. И вот такой вот гейтвей. А, гейтвей-то у нас вешается на все. Значит, вот у нас и на IP-версии 6 link local, да? Так. Значит, и сюда повесим адрес IP-версии. Ну, как бы я даже не уверен, что такие. А, ну, нет, конечно. Мы бы могли на одном повесить адресе. Так, а может мы... Да, мы вот тут вот свич один еще давайте сделаем.
Так что я неправильно сделал. Давайте мы тут лишний порт уберем. Так, этот порт выкинем. Включили. Видите, я как невнимательно сделал. Потому что мы все вешали на один порт. Да. Так вот. Адрес. А, значит, уберем. Поставим еще один коммутатор. И вот через него уже все подключим. Ага. Давайте подождем, пока он загрузится. Вот так вот идея, что тут все-таки один порт. Ну и давайте его доконфигурим. Итак, у нас тут дефолтный гейтвей, тут и IP-адрес вешаем сюда, 54. Ну да, все нормально. Так. Теперь коммутаторы, маршрутизаторы. Давайте сейчас вот этот маршрутизатор законфигурим и проверим этот сегмент. Маршрутизатор. Enable. Ru. Ну вот наши интерфейсы, они все отпущены. Shutdown. Conf-t, интерфейс G0.0, да, тут? Да, G0.0. No shutdown. IP-адрес. И вот у нас повесим этот адрес. Так, тут у нас Backspace только работает, Delete не работает. Так. Интерфейс G01. No shutdown. IP-адрес. Вот этот повесим. Paste. Так. Да. Мусор получился. IP-адрес. Много я скопировал. Копировали, вставили. Вставили. Интерфейс G02. No shutdown. IP-адрес. Вот этот. Ctrl-Z. Right mem. Ru. Ну вот у нас интерфейс рабочий все. Давайте теперь посмотрим, проверяем, как это все работает.
Вот возьмем PC1. Б адреса. Command prompt. ipconfig. Вот у нас вот такая конфигурация. И пропингуем из PC1 PC2. Вот PC2 у нас вот такой адрес. Ping. Ставим. Смотрим. Да, вот все пошло. Пингуется. Ну, то же самое вы сделаете и со второго PC. И пропингуем наш сервер. Так. Да, пингуется. То есть вот мы IP-версии 4 настроили. Все работает. Эта сеть видит друг друга, и доудобный сервер тоже виден. Давайте настраивать IP-версии 6. Ну, вот давайте с хостов начнем. PC3. Вот он. Наш IP-адрес. Не туда попал. 54. Ну и на local link будем пинговать. Так, ну вот все, собственно, для него. Давайте второй поднимем. Так, вот у нас PC4. PC4 сеть. И пингуем наш вот gateway. Gateway будет вот local link опять же. Закрыли. Значит, сервер мы уже сделали. Нам осталось теперь маршрутизаторы 2. Один маршрутизатор и один маршрутизатор. Давайте мы маршрутизатор. Enable. To running config. Вот лежат наши интерфейсы. И теперь мы их просто конфигурим. Конфигуры терминал. Интерфейс G00. No shutdown. IPv6 enable. Можно это не делать, потому что мы все равно local link вручную указываем. IPv6 адрес. Где у нас наш роутер 2? Вот такой адрес. Так, IPv6 адрес. Local link. Ну, поскольку он для линка, мы его везде ставим на всех линках. Link local. Интерфейс G01. No shutdown. Так. IPv6 enable. IPv6 адрес. Ну, IPv6 адрес и local link ставим. Не скопировал. Адрес. Link local. Так, интерфейс G02. No shutdown. IPv6 enable. IPv6 адрес.
Вот она присвешивается. Так, IPv6. Адрес. Ring local. Right, mem. Ру. Ну вот у нас все сделано. А теперь можно адреса посмотреть. А, show IPv6 интерфейс, а, коротко. Ну вот видите, у нас повешены адреса 12, 13, 11 и link local адреса стоят. Ну, давайте пропингуем его по очереди наши PC. Давайте вот этот пропингуем. Копировалось, извините. Пропингуем. Да, пингуется. Пинг. Не жалко. Нажал кнопку скопировать. Пингуется. И пинг. Пингуется. Так, ну а теперь. Не то закрыл. Ну а теперь давайте пропингуем PC3, PC4, да? Desktop, command prompt, ipconfig, ipv6 config. Значит, ну и давайте пропингуем маршрутизатор, во-первых, давайте. А, то есть мы вот можем пропинговать link local. Link local пингуется. Маршрутизатор сам можем пропинговать. Вот он. Пингуется. А теперь пропингуем PC4. Не пингуется. Не пингуется. И не должна пинговаться. Почему? Ну, потому что для IP-версии 4 у нас один маршрутизатор гоняет между своими интерфейсами, то есть у него по умолчанию там включено форвардинг. А для IP-версии 6 нужно включить форвардинг пакетов между интерфейсами. Но для этого мы его должны. Так, вот оно. Делать. Conf-t IPv6 unicast routing. Так. И теперь у нас... Ага, пинг пошел. Ну и сервер тоже пропингуем, тоже работает. Таким образом мы настроили адресацию. Проверили, что все работает. Ну, вам осталось прописать формальные вещи по этим сетям. Что за сети, какие диапазоны адресов они охватывают, сколько хостов в каждой сети, для чего они могут использоваться. Ну, и все, пожалуй. Ну, таким образом, вся лабораторная будет выполнена.